Всем добрый вечер. У меня тут вечерний релакс в Козовнике. Не помню, где это было. То ли кино какое-то, то ли мультик. Там, правда, про домашних животных. Придешь домой, они тебе радуются. Вот так же и я. Придешь домой, они тебе радуются. Жду, пока малышка доест. А, ты доела. Все, давай к себе. Подожди, подожди. Никак, у мужа буквально совсем времени не хватает вот переделать или новую сделать ей вот эту вот кормушку. Все, что, целый день суетимся, сегодня вообще какой-то день суетной. Но я-то там это, бройлеров убирала, у меня там еще несколько штук осталось. Давай, давай, водички еще, давай, пей. Он тоже что-то делал, но... Устали? Опять устали, короче. Вот. Не знаю, на завтра он запланировал тут в Козовнике убираться. Я буду, как всегда, бройлеров щипать. Надо уже остатки дощипывать. Не знаю, может, раза на два мне еще там. Ну, чего такой? Чего такой, Мося моя? Ты моя Мося. Мося моя симпатюшная. Да. Говорят, как ты, говорит, с ними целуешься? Ну, я не знаю, ну как с ними не целоваться? Она так вкусно пахнет. Да, скажи, я скажу, вкусно пахну. Да. Так, ну все. Ешь сено. Сейчас я других попою. Да, а ну не пищи, не пищи, да. Скучно тебе теперь, а я что сделаю? Ну что я сделаю? Целый день сегодня у нас красавица наша пищит. Тихо, 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 я сейчас все дам. На, 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 пей, пей. Все, пей. А ты куда? А ты куда? А... Что я говорила-то? Продали мы козла, слава богу. Слава богу, не пришлось его резать, не могу. Уж и так старалась к нему не привыкать. Ну, как не привыкать? Ну, что? Нос. 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 Ну, как не привыкать? Вот стоим сегодня на улице. Он меня щиплет за пальто. Гладить его надо. Ой, вся куртка у меня замызганная. Пушенька, тебе-то чего? А это вот надо было утром пить нормально. И днем вам предлагали, вы не стали. Ешь давай зерно. Ешь, давай. Бомбин, еще будешь водичку? Бомби. Бомби. За уши ее грызет. Ах ты. Так, ну-ка, достаешь ты тут. Посмотреть, достаешь ты тут грызть ее? Ты зачем ее грызешь? Нос. А? Нос. Чего? Зачем ты ее грызешь? Прям кусает ее. Так. Сейчас, Ксюш, сейчас я тебя поглажу. Сейчас. И тебе водички дам. Сейчас всем водички. Сейчас. Ой, ты боже мой. Что? Что это? Что это? Вот теперь понимаете, как она? Вот она, рогами своими. Вот она, какими рожищами своими. На. На. Давай. Сейчас и тебе. Ты куда копытом-то влезла? Сейчас и тебе дам все. Сейчас и тебе все дам. Сегодня Филуцен стоит у капучино. Сегодня ее очередь. У меня когда день стоит? Когда два стоит? Когда забуду переставить? Все, 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 все. Все, мое хорошее, все. Вот к ним можно вот так подлезть и поцеловаться. Сейчас дам водички, сейчас. А пить надо было утром. И днем тоже не стало. У нас днем только капучино попила. Вот, пальцы так торчат. Козла забрали. Я уж звоню. Ну, типа, как он там? Чего он там? Это... Ну, ничего, нормально. Кто постарше, козы его там обнюхали.
Посмотрели, не поняли, что им тут привезли. Мелкие этого же года, как он. Давай тут с ним играться. Видно, понимает, что он еще такой молодой. Но пахнет, представляете, он буквально еще 2 недели назад не пах. Да, правда. А сегодня он уезжает, я тут к нему нагнулась. Все, пошел, прям уже запах от него. Уже такой вот, как козлом пахнет. Я говорю, обалдеть. Сейчас дам и тебе, не хватит, еще принесу. Сейчас. На. Вот теперь холодную пейте. Не захотели тепленькую? Да, вот теперь холодную пей. Ну так что это, у козла там будет свое место, в сарае, не на улице. Все, не будешь? Пей, я вижу, ты пить хочешь, пей. Ксюш, пей водичку. Не хочешь? Ну как хочешь. Все, куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь? Ну. Куда ты лезешь? Все, Мося моя, Мося. Ты такая Мося. Капучино у нас можно только щечки погладить. К ней опасно нагибаться. Я уже рассказывала, она росла в спартанских условиях. И к ласке неприученная. Вот то, что мы ее сами приучили. Спинку почесать, да. А этих вот только чеши целый день. И щечку можно нам почесать. Иди. Иди щечку почешу. Иди. Тебя чесать. Давай тебя буду чесать. Ладно, тебя буду чесать. Все. С вами. К вам в чистом и в светлой одежде вообще нельзя приходить. Один раз погладишь вас и все. И будешь сама цветом, как вы. Все, девочки, пошла я. Меня еще там ждут бройлеры, не помню, 2 или 3 или 4. А, слушайте, 2 должно быть. 2, да. Да, 2. 4 я в морозилку убрала, да. Один у меня там уже приготовленный на тушенку. Да, порезанный в баночке. Значит, 2. Сегодня у меня муж 7 убрал. Ну все, 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 я пошла. Все. Целый день около тебя стоять, да? Целый день надо стоять? Да. Все, спать будете. Все, вечер уже. Уже 9 часов 9 вечера.